Привет, что-то он говорит, оказывается, что она. Он очень старый, поэтому не хочется. Также у меня вот такая вот папка. У меня вот меню, это чат, телефон, микро редактор, загрузка игр, игроку, сообщество, ну, это как социальное сообщество. Дальше Google, конечно же, и Google. Дальше у меня YouTube, пионерские задачи, калькулятор, конверсия, мировое время, таймер, секундомер и моя флешка «Океан». Дальше у меня есть журналы, контакты, музыка, интернет, сообщения, мои файлы, календарь, камера и, конечно же, настройки. В сообществах у меня есть контакт, музык, Facebook, Twitter, Пикассо, Вейнфриш и Хотел Бикчер. Ну, вот так, да, наверное, вот примерно так. В Google у меня поиск почты, конечно, составляет. Это такая вот штука, которая идет такой, ну, это подключение к интернету. Надо. Да, еще радио. Игры у меня есть, это Summer Sports, Handball News, это чтобы разбирать людей, когда ты развалишь из другой школы, к примеру, это я выглядел через Apps, это глотоминалка, вот это такая вот штука, тут можно говорить как ребенок, темные силы, друг, тяжка, робот, дракончик, киборг, эхо, монстр. Точно, сколько я помню, там еще был мачо. Сколько я помню, сколько помню, там еще был мачо. Дальше это долго два, очень прикольная игра. И это игра про щенков, когда ты ее находишь. И... Ну, она вот такая вот. Она была в 2006 году, но теперь она прикольная очень. Вот она такая вот. Это такая вот игра, долго была. Сейчас я подберу фокус. Вот. Это такая вот долго была, которую... Дальше это Google, это игра, кажется, телефон, где Google Jump. Мне тут не кажется, что Google Jump, это, конечно же, только лучше. Это такая, такой вот кунчик, который прыгает, чтобы спастись. Потому что какая-то херня произошла, и прыгает. Вот так. Короче, ну... И тут, короче, просто надо тупо проверить. Но, блин, мне кажется, вообще, если ты не обойдешь, я в нее играю, конечно, но редко, но играю. Потому что, серьезно, это такой не друг, который может тобой даже выиграть. Дальше, это, конечно же, Magic Words. Это шарик, это такой магнитный шарик, который притягивается к предметам. Это как-то миллионером, конечно же, без этого вообще никак. И, конечно же, Супер Марио. Ну, такие вот мини-игры. Дальше. Это, конечно же, тупо камера, через которую я была тоже добавляю свое видео, как бы я уже с помощью этой штуки. Вот, это такие две штуковины, которые одна вставляется в мой телефон, а другая как флешка в компьютер, и через которую ты обязательно вставляешь видео в 20 минут. Но
была такое немножко такой камеры, чтобы им делать так. Поэтому, чтобы так не рубить на улицу, я делаю так. Следующее, это не слышу настройки. Настройка у меня профильный звук и дисплей время, да, телефон и вызовы. Реальное копирование приложений, безопасность, подключение КП. Это вот подключение КП я могу. Свет, память, брос, соединение телефона. Ну вот примерно так. Дальше. Заметка. Заметка, она просто тут написана. И то, что у меня есть вот тут, это такая штука, где она мне как дневничок. Это вот. Если ты начинаешь, ну, немножко записывать то, что тебе надо. Я записываю только предвидения, которые мне теперь надо, да, например, чтобы не хотелось. Дальше у меня важные вещи, это, конечно же, музыка, это сообщение, камеры и будильник. У меня они тоже все есть. Дальше, это, конечно, не время, но как. Но хотя бы они... Это у меня... Это как мне ставку? Вот. Такую доставку, короче, можно брать. И, конечно же, режим звука. У меня тоже календарь. У меня очень звука, не совсем видно. Вот что у меня на телефоне. На втором телефоне у меня, это вообще только самый старый телефон, самый первый. У меня тут все еще есть. У меня, конечно же, есть камера, заметки, тоже телефон и, конечно же, микро. У меня только тут одна, ну и, конечно же, вызов. А так у меня есть будильник и календарь, и так вот. Ну, всем пока. Я могу... Скоро я хочу создать такое видео, которое будет называться «Что на моем канале видео?». Поэтому ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал.